Всегда, когда в стране было трудно, когда возникали объекты, где нужно быстро, качественно, в максимально короткие сроки построить какой-то объект, всегда обращались к молодежи. Знаете, немножко даже зависть, честно говоря, берет, потому что вам предстоит прикоснуться к звездам, если хотите, чуть-чуть. Но ваши имена, они войдут в список покорителей космоса.